южнокорейском городе Каннене открылась олимпийская деревня. Она готова принять атлетов, которые собираются участвовать в играх в Пхенчхане. Там же пройдут состязания по хоккею, керлингу, фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку. Накануне северокорейская делегация также посетила деревню. Напомню, сборные юга и севера выступят под единым флагом корейского полуострова. Пхеньян также выступил за оздоровление межкорейских отношений. Северокорейские власти выразили надежду, цитирую, что 2018 станет годом крутого поворота в вопросе сближения позиций сторон.